Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Взятие Иисуса Христа. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народа. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас подошел к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященников, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.